Ой, хочется такую-нибудь мордочку сделать, да, чтобы повеселее было вам эту нудятину слушать. Но, в принципе, осталось у нас не так много всего. Но, естественно, мы обсудим с вами, скажем так, однозначные плюсы кофе, которые в исследованиях тоже отмечаются. Без этого нельзя. То есть у меня нет цели как-то порочить, там, развенчать. Просто нужно понять, что к чему и почему. Вот и все. Вот, по поводу почек. Насколько я прочитал, посмотрел, кофе на почки действует двумя путями. Во-первых, он как-то непосредственно кофеином стимулирует почечные эпители. А во-вторых, он увеличивает секрецию ренина, что, собственно, ведет к повышенному диурезу. И якобы мы теряем больше воды. И наверняка многие из вас слышали такой момент, что если вы пьете кофе, то вот, собственно, этот объем выпиваемой вами жидкости, он не идет в баланс в целом принятой за день жидкости. Наверняка вы об этом слышали. Но это данные, они из там 60-х, 70-х годов, и сейчас, конечно же, это все опровергнуто по двум причинам. Во-первых, как правило, в стакане кофе или чая содержится уже достаточно жидкости для того, чтобы нивелировать негативное воздействие. Потому что вот мы же можем взять, например, чашечку эспрессо, да, и можем взять чашку американо, которая содержит, по сути, столько же как бы, кофе, столько же кофеина, сколько и эспрессо. Ну и что теперь? Мы с чашечки эспрессо будем запивать ее маленькой чашечкой эспрессо, а чашку американо большим будем запивать? Ну это бред. Про это переживать, париться как бы не нужно. Так вот, ребята, так вот. Если вы кофеман со стажем, или чайман, без разницы, или какаоман, то диуретический эффект у вас выражен не очень сильно. Или не выражен совсем. То есть вы не будете там терять жидкость, обезвоживаться и так далее. Но я встречал данные относительно того, что регулярное употребление кофеина, оно может провоцировать обезвоживанию внутренних органов. Я не могу себе это на самом деле представить, как это происходит в отрыве от всего организма. И это может приводить к развитию аутоиммунных заболеваний. Вот. И, соответственно, если у вас есть что-то подобное, возможно, нужно отказаться от употребления кофеиносодержащих напитков. Возможно, и нет. Кстати, есть такой маленький, интересный и забытый людьми факт. В начале 20 века кофеин использовали для стимуляции симптомов болезни у психически больных людей. То есть, если у человека, например, депрессия или маниакально-депрессивный психоз, я в этом не очень силен, то есть я, как бы, знаете, по принципу слышал звон, если я почитаю немножко, я в этом разберусь достаточно хорошо, потому что я примерно представляю там систему, на что она завязана. Но, как бы так. Короче, суть в том, что если у вас есть какое-то заболевание, связанное с психикой, то, возможно, употребление кофеина будет провоцировать у вас. Но я точно знаю, я учился на политологии, и у нас был препод эпилептик. А вы знаете, что такое политология? Это человек 40, постоянные срачи, там кто-то за коммунистов, кто-то еще за кого-то, кто-то за инопланетян. Вот. И этот чувак, он постоянно валялся у нас. То есть поначалу мы как-то этого, ну, нам было страшно, что человек лежит, эпилепсия, там, слюни, сопли и все такое. А потом мы к этому привыкли, нам на бочок, язычок у него откинули и дальше продолжаем. Так вот, этот парень, он замечал, что кофеин у него провоцирует припадки этого самого дела. Он сам это отмечал. И я про это уже говорил, что во многом действие непосредственно кофеина на ваш организм, на ваши когнитивные способности, на вашу нервную систему будет обусловлено тем, в каком состоянии вы находитесь в данный момент. Если вы на соревнованиях и вы нервничаете, переживаете, то, возможно, чашка кофе или там кофеин в таблетках усилит ваши переживания, и вам будет еще тяжелее справляться с апатией, и это может привести к разным ошибкам и так далее. Я рассказывал, когда что кофе мне мешает дышать нормально, такое действительно было, и анализируя опыт своих выступлений, я могу сказать, что самые такие жесткие, самые блевотные комплексы, когда просто из меня все говно выходило, что называется, у меня были всегда, если я бахну кофейку или что-нибудь такого. Всегда. Ну, почему-то вот так вот. То есть тут как бы смотреть, опять же, нужно индивидуально. Не нужно за это переживать. Если у вас этого нету,
то вполне возможно, что в трудной ситуации кофейничек вам поможет. Вот на Большом Кубке в 2017 году, перед финальным заданием, я там был на четвертом месте, мне очень хотелось залезть в тройку. Я бегал, искал что-нибудь бахнуть перед финалом, там, кофеина, гуарана, я тогда не пил уже, и вот хотел чем-нибудь взбодриться, ничего не нашел. Но, тем не менее, психанул и с нервами, со здоровыми нервами выступил нормально. То есть, в принципе, как бы это не должно мешать. Еще есть очень интересный момент, понимаете, если у вас закрепляется положительная обратная связь, то есть вы попили кофейка, хорошо потренировались, попили кофейка, хорошо потренировались, попили, потренировались, у вас может закрепиться такой стереотип, что без кофе вы нормально потренироваться не сможете. Знаете, что вам обязательно нужно его выпить, это для вас даже не то, что эффект кофеина, а вот такой вот ритуал. И это может с вами сыграть злую шутку в каких-нибудь ситуациях, когда у вас не будет доступа к напитку или так далее. Вот. Конкретно если брать тоже кофе и соревновательную деятельность, у меня еще была такая проблема. Ну, в прошлом она осталась, слава богу. Вот выпил я, например, кофейку, сделал там первое задание, и стало все хорошо, да? Но у меня же есть, например, еще второе задание, третье задание и так далее. И что делать дальше? Так, ребят. Нет, все нормально. Вот так, секундочку, подождите, тут мне сообщение. Ну все. Я с вами здесь снова, продолжаем. Что делать дальше? И, ну, как-то вот приходилось из этой ситуации выкарабкиваться. Вот. Но слава богу, что это все осталось. Да, блядь. Сука. Сейчас поправим, что все это осталось в прошлом. Ядрить тебя в корень. У меня была такая хитрая система закрепления телефона с помощью наушников. Ну да ладно. Продолжим так, пока еще аккумулятор не сел. Вот. Вот. Такие вот дела. Теперь давайте поговорим. Есть у кофеина некие плюсы. Я с ними сталкивался в исследованиях. Кофеин используется вроде успешно. Насколько успешно у нас, не знаю, но исследования какие-то встречаются по этому поводу. Для профилактики болезни Альцгеймера. И для профилактики болезни Паркинсона. Потому что болезнь Паркинсона, я не силен, но, по-моему, она заключается в том, что нарушается миелиновая оболочка нервов и снижается активность дофаминовых рецепторов. Но с миелиновой оболочкой я не думаю, что кофеин что-то может сделать, а дофаминовые рецепторы стимулируются, и все становится вроде бы получше. Но опять же, мне кажется, есть вещи посильнее, поинтереснее, нежели вот эти вот штуки. Так, сейчас, друзья, буквально... Вот. Ну все, я снова с вами, больше отвлекаться не буду. Смотрите. Ученые, кипяченые и прочие ребята сходятся во мнении, что в жизни бывают ситуации, которые обуславливают применение стимулирующих веществ. Ну, мало ли, вам нужно резко мобилизоваться, сконцентрироваться там, в состоянии апатии, боевой готовности и так далее. Нужно понимать, что ваши ежедневные тренировки не являются такими ситуациями. Ваши ежедневные тренировки, недаром их называют на Западе workout routine, то есть типа рутина тренировочная, да? Это ваша повседневная деятельность. Вы должны с ней справляться без стимуляторов. Но бывают ситуации, когда стимулировать себя действительно нужно. И отрицать это, конечно же, глупо. В таком случае, да, можно пользоваться, но пользоваться аккуратно. Я встречал рекомендацию, что можно употреблять там кофе или кофеин в какой-то форме раз в 3 дня. И тогда якобы проблем не будет. Кстати, сейчас мы начнем следующую тему небольшую. Кофеин часто пихают в составы, кроме притреников, в составы жиросжигательных комплексов. Какой механизм действия кофеина на жиросжигание? Кофеин повышает количество свободных жирных кислот в крови, во-первых. И, во-вторых, кофеин может способствовать увеличению внетренировочной активности. На английском языке это делают аббревиатурой NEAT. Вот. Ну, по сути, ты начинаешь под кофеином больше там суетиться, двигаться. Все смотрели «Реквием по мечте», да? Помните эту бабку, которую тяга к амфетамину и нелюбовь к собственной фигуре сгубила? Вот примерно то же самое, только, конечно же, полегче гораздо. В этом плане, в плане того, чтобы
как бы испытывать максимальный такой вот жиросжигающий момент, хотя я провожу курсы, в которых учу правильно питаться. Я считаю, что употребление кофеина не очень здесь полезно, не очень приветствуется. Главное, если хочешь сжечь жир, наладить питание, а не жрать какие-то присадки, добавки и так далее. Вот, рекомендую чередовать следующую схему. Один день употребляем, например, эфедрин. Но эфедрин, он у нас является запрещенным продуктом, и я не могу рекомендовать его употребление и советовать кому-то, потому что, судя по нашему законодательству, скоро за это могут сажать, за склонение к допингу. Есть у эфедрина такой, скажем, облегченный аналог, версия из какого-то там померанца горького апельсина, называется синефрин. Якобы обладает эфедриноподобными эффектами, но лишен побочных действий. Один день вы употребляете синефрин, один день употребляете кофеин, один день употребляете йохимбин. Вот. То есть такая вот схема, которую юзают люди, и скажу сразу, я ее увидел у ныне покойного доктора Юрия Буланова, который был очень широко известен в очень узких кругах. Но кроме него я видел ее еще на паре ресурсов, включая английские форумы, американские. Вот, поэтому, наверное, можно там что-то использовать, смотреть или нет. Есть такой интересный момент. Зачастую кофе приписывают удивительные антиоксидантные свойства. На самом деле, вот эти все антиоксиданты, полифенолы, они существуют в трех видах. Это флавоноиды, фенольные кислоты и лигнаны, или что-то, что-то такое. Они содержатся в так называемых дубильных веществах. Достаточно много их в чае. Собственно, поэтому зеленый чай его считают как бы вообще эликсиром здоровья, долголетия и так далее и тому подобное. Потому что он содержит в себе вот эти вот вещества. Но тут нужно понять одну простую вещь. Эти вещества при всей их полезности, во-первых, их в этих напитках не очень много. То есть, если вы хотите прямо загрузиться антиоксидантами и полифенолами по самое не балуйся, можете поесть виноград обязательно с косточками, гранаты обязательно с косточками и все такое. Или выпить вина. Ну, хотя, в принципе, нахер пить прокисший виноградный сок, я не понимаю. Может быть, для того, чтобы склонить кого-то к интимной близости с собой. Вот, как некий такой, знаете, стратегический инструмент. Но не суть. При кипячении, при обжарке количество вот этих вот веществ, оно также может уменьшаться. И, соответственно, если вы пьете перекипяченный чай, а не знаете, такой вот правильно заваренный мелким ключом, я тоже помню, залипал за это, даже хотел себе специальный чайник купить с терморегулировками, чтобы получать такой мягенький кипяточек, пожестче кипяточек, ну, чтобы, то есть, полностью регулировать вот все эти процессы. Хорошо, у меня ума хватило с этим всем завязать, вот. То я бы испытывал бы вот эту вот бы радость невероятную. Смотрите, есть так, вот сейчас поговорим, такая исповедь, что ли, человек, который от этого всего отказался. Поначалу тяжело. Ну, да, прям, знаете, слез с Герыча рассказываю. Поначалу тяжело. Особенно тяжело первую неделю. Ломает, головная боль, ничего не хочется делать. И плюс появляется такое гриппоподобное состояние, ломота в мышцах. Но это связано с тем, что в мышцах тоже есть аденозиновые рецепторы, и кофеин тоже с ними работает. Потом это постепенно проходит. Каждое утро ты встаешь с более свежей головой. Все легче концентрируешься на задачах. Причем самое интересное, что до тренировки и после тренировки очень плохо, а на тренировке нормально. То есть ты поднимаешь веса, все делаешь и все вполне хорошо. Вот. Причем у меня после кофе такое было, и потом я перестал пить кофе-чай. Через какое-то время я начал так пить чаек понемножку с бергамотом, знаете, ну так по чуть-чуть. И очень быстро дошел до своих персональных рекордов употребления этого напитка. Прямо я и жопой моргнуть не успел, как дошел до них. И у меня была такая же точно абстиненция от чая. То есть, кому расскажешь, ну чё, чаёк, это же хороший напиток, там, с бабушкой выпить, там, да, за компанию вечерочком. Но, тем не менее, я помню, бежал, и каждый шаг у меня в голове таким вот гулом отдавался. Но это тоже все прошло. Это первый момент. Второй момент. Поскольку кофеин
у нас улучшает чувствительность к серотонину и увеличивает вроде бы как бы ослабляет обратный захват дофамина, то есть увеличивает концентрацию дофамина, настроение лучше, с настроением возникают проблемы, раздражительность, вялость, все такое прочее. Возможно, это все работает в связке, возможно, это все работает по отдельности, сказать я точно не могу, но это точно есть. Самое главное, когда вы отказываетесь от этого всего, продолжать, что ли, блюсти вот этот вот целибат. То есть я могу, в принципе, там в гостях у родственника выпить там стакан чая, ничего со мной плохого не будет от этого. Вот. Но я постараюсь как-то от этого отойти, там, избавиться, в общем, выпить что-нибудь другое, там, молочка полакать, например. Ну, неважно. Вот. Потому что не испытываю большого удовольствия на самом деле. Во-вторых, не ощущаю потребности, как раньше. Вот. Какой еще момент есть? У меня был период порядка 4 месяцев раньше, в 2016 году, когда я тоже от этого всего отказывался. Но я периодически попью то какао, то еще что-нибудь такое, то газировки возьму, типа колы зеро. То есть, как бы, знаете, курил, что называется, не в затяг, и только с друзьями. Вот. И дело в том, что если вы пьете регулярно, но редко, что-то кофеиносодержащее, возможно, у вас будет постоянно такая небольшая вялость, апатия, болеть голова. И тогда я сделал несколько ложный вывод относительно того, что мне вот кофе не хватает. Без кофе мне грустно жить. А грустно жить мне было как раз-таки потому, что я редко, но метко выпивал постоянно что-то кофеиновое, и у меня была вот такая вот постоянная перманентная ломка. То есть сейчас я ничего такого не жру, не пью, не ем, ну, за исключением редких случаев, или, например, в шоколаде, ну, хотя я не упарываюсь с шоколадом, 20-30 максимум граммов в сутки съедаю его. Вот. И тем не менее, это приводило к таким последствиям. Какие плюсы? Основным плюсом для себя я считаю постоянную ровную работоспособность. То есть у меня нету диких подъемов и нету диких спадов. Ну, в принципе, их нету спадов как таковых. То есть я утром проснулся, нормально встал и практически уже готовенький к тренировке. Мне не надо там разлеплять глаза, я уже встал на ноги и уже готов к трудовым и любовным подвигам. Ровное состояние в течение всего дня. То есть сейчас уже у нас вечер, 10:30. Я чувствую себя, в принципе, нормально, адекватно. Меня не срубает в сон. Я не могу, не хочу так упасть, закатить глаза и завалиться. Ровное состояние на тренировке, нету подташниваний, прочих вот таких вот ощущений, которые возникали периодически, не всегда, но возникали. И что интересно, возможно, когда вы активно тренируетесь, жестко, у вас кофеин метаболизируется быстрее и отходняк наступает быстрее. То есть вот когда я пил кофе, я чувствовал, опять же, лично я чувствовал, что вот я выпил кофе, я потренировался там пару часиков, и прямо после меня прям вообще размазывало. Я хотел там посидеть, полежать, поспать. Сейчас я потренировался, и у меня нормальный такой бодрячок. Ну, как бы я вхожу в свое ровное состояние, поел и пошел дальше жить и творить чудесные и нужные дела. Вот, как-то так. Ну и плюс субъективные такие мелочи, улучшилось настроение в целом. Потому что были вот какие-то депрессии, вот то, с чего я начинал нашу речь сегодня, приступы раздражительности и агрессии несанкционированные. Улучшилось, кстати, вот это не только я заметил, стоматолог, что улучшилось состояние зубной эмали. Ну, вы же наверняка знаете, что актуально производство паст специально для кофеинщиков, курильщиков и прочих вот этих вот ребят. То есть такие плюсы. Из минусов. Ну, наверное, основной и существенный минус – отвечать на ебанутые вопросы типа: «О, а чем ты кофе заменяешь? А как? А если посидеть где-то? А что делать? А пошли кофе попьем?» Ну, вот тут, как, конечно, знаете, приходится на эти вопросы отвечать как-то там, что, ну… Ну, это, я считаю, мелочь жизни, в самом деле. Вот. То есть, понимаете, здесь нужно себя сбросить, что ли, ярмо цивилизации, Старбаксов, шикозадницы и прочих вот этих вот точек, где сидят лощеные, вычурные фифы,
намазанное и пьют вкусные латте из высоких бокалов. То есть вот как-то это ярмо нужно с себя сбросить, да, посмотреть на мир твердым оком, сказать, что Земля на самом деле плоская, Луна голограмма, Солнце не существует, ну и так далее. А теперь было несколько вопросов по поводу кофеина сайхерба. Я думаю, что в принципе можно с Айхерба брать кофеин, можно его брать, например, от других фирм, там Optimum, Saitec Nutrition, разницы большой не будет, если это там безводный кофеин, мне кажется, он одинаковый. В принципе, как и формула креатина, она достаточно простая, там лизин, аргинин и еще какая-то херня. Вот. Вот, такие дела. Но смотрите, как бы подытоживая вообще глобально наш спич, нужно понимать, что во-первых, это ваш личный выбор. Ну и без этих вот фраз там, вы несете за него ответственность, да. Ну, делайте как хотите, как вам нравится. Если вы пьете кофе и чувствуете себя счастливым человеком, да, вам нравится все и отлично, вас это объединяет с людьми и так далее. Все хорошо, и пейте, и я еще раз, как человеку, вам никакого отношения не изменю, не буду вас добавлять в черный список, нет, это все, конечно, глупости и бред. Но бывает так, что человек хочет бросить пить кофе или как-то минимизировать риски, да, то есть, чтобы не было побочных эффектов. Есть, так сказать, такое вещество, его недавно получили, называется теокрин. Вот. Можете загуглить даже, у меня можно тут написать. Называется теокрин. Вот. Якобы оно позволяет без побочных эффектов получать такое вот что-то подобное, вот. Но я про него читал мало. Лично я не могу пить кофе мало. То есть, можно же, вот в принципе, обычно что говорят? Ну, ты пей кофе просто утром, да? Или ты пей просто, ну, там, раз в неделю. Я так не могу. Вот я сколько не пробовал, а пробовал я очень много, и кофе я пью активно лет с 14, но это реально очень давно. А вообще я попробовал его еще раньше, гораздо раньше. Я обычно всегда начинал так. То есть у меня турка медная, у меня вручную намолотые кофейные зерна, у меня талая вода, щепотка соли, все по фэншую, исключительно помешивание по часовой стрелке. А через неделю я уже с банкой пиле и пью постоянно, потому что мне нужно догнаться, иначе я себя чувствую психологически некомфортно. Я даже сейчас, если я пью этот свой сраный морс, который я вот в Инстаграме у себя продвигаю, если я пью этот морс, то я себе его снова разбавляю и снова пью. Ну вот, вот как-то так вот, я увлекающийся человек, и я вот не могу просто взять и остановиться, ну и все. Цикорий, можно выпить цикорий, там есть пектины и прочая хрень, но в принципе мне его вкус не нравится. И, кстати, вот я недавно выпил 2 недели назад чашку капучино, когда в Москве был. Я ее еле допил. По вкусу тот же самый цикорий. Вот. Так что, ну, ребята, каждому свое. Есть такой интересный напиток матеин. По сути, мата – это сено. Тут там тоже свои традиции. Вот эта вот хуйня, из которой пьют, которая называется колобас. Трубочка называется бомбилья или наоборот. Вот. Вот так вот. Я видел инфу, что вот эта мата не обладает побочными эффектами кофе, вот этого развала схождения, что обладает определенной адаптогенной активностью. Но с другой стороны, чувак, который это все пишет, подытоживает, что скорее всего это потому, что там есть матеины, гликолизиды особые, которые позволяют вот, работать так. Йохимбин гидрохлорид есть в аптеке. Йохимбин не гидрохлорид, а обычный какой-то с противным вкусом есть в спортпите. Мне йохимбин не нравится, потому что его поешь, вроде что-то есть, а потом как-то противно с него и подташнивает. Даже не знаю. Мистер Помников, Оскар, чефир пишется через «и». Вот ты и спалился. На одном стуле пики точеные, да, на втором хуи дрочёные. Мы это все прошли уже в свое время. Вот, ребята, к сожалению, мне надо сейчас бежать. Всем спасибо за то, что вы просмотрели этот эфир. Я надеюсь, вы подчеркнули что-нибудь полезное. Основной момент, который я хотел бы подчеркнуть, используйте то, что
вам полезно, что вам помогает, что делает вашу жизнь лучше, и что не вызывает у вас мысли, а может быть мне лучше не пить, пить меньше или бросить, не нравятся мне какие-то побочные эффекты. То есть в целом я считаю, что жизнь должна приносить вам радость, удовольствие, тренировки должны быть продуктивными, спадов быть не должно, и каждый ищет для этого свой путь для достижения. Кто-то хочет пить кофе, пьет его, чувствует себя хорошо. Кто-то, как я, например, не может его пить в силу разных обстоятельств, которые я вам рассказал. Вот. Поэтому ну, каждый делает свой выбор. По поводу эфиров, ребята, ну в этом году еще, возможно, я что-нибудь сделаю, но, если честно, что-то у меня какая-то предновогодняя апатия. Этот эфир я сохраню, и вообще, в целом, вам спасибо, до свидания.